Подъем. Подъем. Так. Сейчас сюда, вот сюда, надо каким-то образом перегнать вот эту девчульку породы дюрок. Давай. Давай, пошли. Дюрок. Пошли. Надеемся, что сама пойдет. Но это надеемся. А там, может, будет сейчас бег по кругу. Пошли, пошли. Давай, давай. Пошли, пошли, пошли. Давай. Пичи, пичи. О. Так, тут закрываем. Пошли туда, пошли. Пошли, пошли. Пошли. Давай. Борзота. Да пошли сюда. Там же ж. О, давай. Пошли. Это у нас девчуля на забой. О-о-о. Куда, 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 куда? Боря, оттуда. Девчуля на забой. Грубо говоря. Так. Вот так, друзья, перегоняем постоянно. Привязывать за заднюю ногу. Не хочу, она потом тупо. Так. Тупо ложится и все. Так, 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 так. Давай, давай, давай. Да не в ту сторону. Туда, туда. Во, вот это. Во, во, во. Пошли, пошли. Вот так. Давай, давай. Давай. Вот так, в прямом эфире. И перешла. Это мы ее пускаем на забойчик. Это у нас молоденькая. Свинка килограмм 140, ну 140 до 150, это молодушка. Это свиноматка, вот видите, какая разница. Это свиноматки уже, а сколько же этой свиноматки, второй год. Второй год. И вот этой второй год. Это две сестры, это видите, насколько половину больше. Это молоденькая свинка, которая еще не линяла. А эта перелиняла уже. Сейчас только начинает обрастать. Все, убрали. Перегнали ей до четверга. До четверга и на забойчик. Это одна осталась последнего выводка дюрков, которых мы режем в последнее время. Сейчас они чуть-чуть повесятся тут. Это дюрочки килограмм по, вот это килограмм 90, наверное, до сотни, вот это больше, это меньше. На Новый год пойдут две. Это у нас получается рыжулька, покрыта ей вот-вот опорос. Будем ее тоже переводить в другую клетку для опороса. Это неизвестно, покрывали искусственно, покрыто или не покрыто. Надеемся, покрыто.
Это наш мужчина, папа, папа всех деток. Все. А то мы забрали от нее кабанчика на последний вот забой, который был видос. И она там кричит сама, скучает. А мне сейчас я уберу в этом летнем вольере. Уберу в вольере, пока здесь никого нету. Уберу эту корыто. Туда только серу забью дырку. Выгрызли. И открою дверь. Повешу кусок резины или тента. И сюда запущу выводок канторов. Они у меня подросли. Им уже 60 дней кантором. Их запустим сюда. И так само аж до забоя. Пока всех не переколем. Будут здесь. Там, если будет холодно, буду там спать. Кушать здесь. Они у меня вон там. Сейчас здесь буду наводить порядок. А там потом их оттуда дергать сюда. Вот так, видите, намастырил я тут. Типа, когда бежит, чтоб раз сразу. И получилось. Бывает, получается так перегонять из сарая в сарай. Бывает, получается. А бывает, бегаешь по часу, по два. По-разному бывает. Ну вот свинка, хорошая свинка. Вот рука крупная. А кажется, когда смотришь на свиноматки, на хряков, как будто она маленькая. А на самом деле свинка хорошая. И вот что мне нравится в дюрках, у них когда... Ну, когда забой идет, отрезаешь голову, мордочка коротенькая, очень коротенькая. По дюркам не вычислишь, по морде, вот допустим, как есть там, взвешивают морду, умножают там на 10 раз, вот сколько вес свиньи. По дюркам такие моменты не проходят, у них морда вообще короткая, как у собаки. Видите, вот нет у нее пыска, нету длинного такого, зубила. То есть там где-то я видел дюрки. Но дюрки с длинными мордами, то не совсем дюрки. У дюрка голова очень-очень маленькая и сам пысок очень короткий. То есть сантиметров там 8, вот как здесь. Вот эти уже больше года, то же самое. Морда не длинная, видите? Нету пыска длинного. И здесь то же самое. А ну, рыжуха. Покажи. Давай. Цепну. Вот. То же самое. Морды короткие у них. И в этих. У дюрка не может быть длинной морды. Не может быть длинной морды и уши торчать в разные стороны. Это именно что касается дюрков. У них мордочки во всех коротенькие, уши во всех. Типа как у вандраса наперед. Но у вандраса загиб идет сразу вот от основания уха, а у дюрка наполовине загиб. Вот по уху загибается наполовине, а у вандраса полностью вот так. Дай куклу. Вот так у вандраса. А у них наполовине. Етрен. Вот именно что я смотрю, так... То, что вот эта свинья, что-то они гудят постоянно с хряком, а проверял, вроде бы не, ну, не стоит, не в загуле. Ну все равно надеемся на лучшее, а там, но кукляха, это по-моему ее дети и есть куклы, да,
Да, да, это получается куклы, дети и остались последние из Магикан. Да, если я не ошибаюсь, да. Это куклы. Куклы или... Ай, или рыжки. Рыжки, по-моему. Ну, рыжки у меня вот скоро порос, или вот это рыжкины. Наверное, вот это рыжкины, вот эти. Потому что у нее скоро порос, вот буквально тут через неделю, через две. Ну, надо посмотреть точно. Это, по-моему, они. Это рыжкины, да, вот эти рыжкины. А это еще осталась куклана. Это ее дети, куклы. Если я не ошибаюсь. Да. По-моему, так. Я уже и сам запутался. Где чьи дети. Так, подсыпем тырцы. Эти на отходные получаются две. И я все время подсыпаю, ну, чтобы сюда было бункер. У них самое-самое грязное. Также, друзья, как-то, ну, был старый видос, когда я здесь заливал полы в этом сарае. Это было в прошлом году или в начале этого года, я уже не помню. Заливал я полы в этом сарае. И вот здесь я заливал в каждой клетке просто раствор, обычный раствор вот в этих клетках. Я залил центральный проход раствор и залил в каждой клетке тоже раствор. И вот хоть бы где уголок отбился. Или где-то что-то выгрызли в часть. Понятно, что со щебнем щебень укрепляет щебень как связывающий элемент. Но здесь у меня нету щебня в этом сарае. Здесь просто раствор мы колотили и колотили без бетономешалки, колотили вручную в корыте и заливали. Да, добавки мы добавляли, и потом я обрабатывал сверху по бетону. Ну, нормально. И вот такие клетки. Ширина у меня тут 1,45 м, ну, грубо говоря, беру 1,50 м на 2,80 м. То есть для поросов, для тех, которые поросятся первый раз, проходят нормально. Но надо делать какой-то, вот допустим, если у меня здесь был порос, то там я вырезал дырку, туда бегали поросята. И висела красная лампа. Так само здесь, когда рыжка тоже был порос в этой клетке, поросята бегали в эту клетку. Здесь была красная лампа. Так нормально. А вообще, если в самой клетке делать для поросят, то места мало. То есть можно сделать огорожу для поросят, но опять не поставишь ни прикормку, ни воду, нигде ничего. Поэтому по-любому надо отдельные для поросят отгородочку делать. У нее имени нет, она на мясо идет. Мы кого пускаем на забой, я имен не даю. Имена только свиноматок и хряков. Вот, он постоянно возле нее кружит, кружит, она что-то бегает. Каштан. Ну, я думаю,
Это просто ложный загул типа такого что-то. Потому что я каждый день проверяю, она не стоит, не загул. Это уже загуливало. У нее прошел загул в этой свинке. Но мы ее крыть не будем, так как из дюрку у меня только две свиноматки. Кукла и рыжка. У рыжки один опорос был, у куклы уже было два опороса. Показали себя как свиноматки очень даже хорошо. То есть, как свиноматки, они мне подходят и нравятся. Да, за мазуры. Ну все, а я тем временем тогда буду... Буду убирать в этом отделении и переводить сюда. И переводить оттуда вас сюда. Попробую то же самое перегнать. Посмотрим, что с этого выйдет. Ну, если они небольшие, в принципе, если 2-3 человека, можно загнать будет одним. А эту, когда пустим на забой, вот эту свинку, мы ее в это место заберем от груши поросят. Тоже здесь все вымоем, продезинфицируем и от груши поросят весь выводок сюда. Будем делать отъем, а отъем будем делать после того, как эту пустим на мясо и запустим ее поросят пока сюда. А там потом распределим. Все, всем пока.